Строительная индустрия – сегодня самый развивающий сектор экономики Южного Казахстана, которому не мешают ни кризис в других сферах народного хозяйства, ни повсеместный рост цен. Только в этом году по программе «Нурлыжол» в нашей области в строй сдано более 3000 квартир общей площадью 348 тысяч квадратных метров. До конца года планируется сдать еще 700 тысяч квадратов жилья. Наряду с этим из национального фонда в рамках государственной программы «Нурлыжол» для ведения строительства 32 школ выделено 17,4 миллиарда тенге. Из планируемой сдачи 19 школ, переходящих с 2016 года, введено в эксплуатацию 5. Строится множество и других объектов социальной и культурной сферы. Но строительная индустрия – это не только башенные краны и свежие многоэтажки, но и материалы, из которых возводятся новостройки. На выставке, посвященному Дню строителя, они были представлены областному руководству во всем многообразии. Газоблоки компании «Курси» используются при строительстве многоэтажных домов в рамках государственной программы. Прочный легкий стеновой материал давно зарекомендовал себя на строительных площадках Южного Казахстана. Наша строительная компания «Курси» выпускает газоблоки пропаренные. Мы на рынке существуем с 2014 года. С наших газоблоков были построены около 10 домов на Нурсате. Также на частном секторе мы продавали газоблоки вплоть до Шардары, то есть на те регионы даже идут. Да? Качество газоблока каждую неделю контролируется лаборатория независимой, как бы постоянно работаем над качеством газоблока. Всех тех, кто внес заметный вклад в развитие областной стройиндустрии, сегодня отметили на торжественном собрании. Среди них и Тамара Исаева, строитель с 40-летним стажем. В 1976 году она приехала в Шымкент из Усть-Каменогорска и все эти годы строила здесь дороги. Даже сейчас, когда достигла пенсионного возраста, занимается любимым делом. За добросовестный долгий труд ей была вручена благодарственная грамота от имени руководителя министерства. Я очень благодарна данной организации «Туркестан Жилсервис». Очень хорошая организация, коллектив очень хороший. И вот в данный момент меня наградили. Я очень довольна, благодарна всем, благодарна Чимкенту, что здесь я работаю, здесь дети мои работают. За вклад в сферу строительства нагрудный знак «Почетный дорожник» получили три южноказахстанских строителя, пятерым вручены благодарственные письма министерства. Кроме того, почетными грамотами главы региона удостоены 13 специалистов. Пятерых наградили благодарственными письмами акима области. Данияр Худайбергенов, Эльдар Жунусканов, Ербол Макашев. Информационная служба телекомпании «Отрар».